Всем доброго времени суток! Сегодня я покажу несколько важных моментов по установке операционной системы на ноутбуке от разных фирм. А также по ходу дела чиню системный блок, который напрочь отказывается загрузиться. В принципе, это все. Усаживайтесь поудобнее, и я начинаю свой видеоблог. А вот и системный блок, и вот что он делает. То есть момент загрузки винды уходит на перезагрузку. Пока я думаю, что с ним делать, показываю, как на ноутбуке от фирмы Acer переустановить операционную систему, при условии, что на ней была десятка. Вкладка Boot, в ней строка Boot Mode. Выбираем Legacy, жмем F10 и Enter. Снова заходим в BIOS клавишей F2, переходим туда же и выставляем приоритетное устройство для загрузки. Вот и вся процедура установки необходимой операционной системы без вытекающих синих экранов и запретов, как это обычно бывает при неправильной настройке биоса. И снова возвращаюсь к системному блоку и при первом включении заметил, что был установлен Acronis. Я его в принципе и устанавливал и делал резервную копию системы. Весь фокус в том, что резервную копию удалили и придется искать другие способы для восстановления. Попробую воспользоваться системой восстановления самой винды, которая не справляется с поставленной задачей в 80% случаев. Кто согласен или нет, пишите в комментариях. И пока восстановление пытается сделать хоть что-нибудь, покажу, как на ноутбуке от фирмы HP переустановить винду, так как в отличие от предыдущей фирмы процедура отличается. Переходим во вкладку System Configuration, строка Legacy Support и переводим в Enable. Соглашаемся с предупреждением, выставляем приоритетное устройство и жмем F10 и Enter. И обращаем внимание на эти цифры, в моем случае это 7775. Их и нужно набрать на клавиатуре и нажать Enter, после чего пойдет установка операционной системы. А я возвращаюсь к системному блоку, дабы посмотреть, что полезного он сделал. Жму Finish.
и операционная система загрузилась. Не ожидал, конечно, и все же это случилось. Теперь-то создам резервную копию и спрячу в корне диска, а для начала очищу систему от ярлыков, программ и лишнего мусора. Если интересно, могу сделать отдельный выпуск на эту тему. Опять-таки пишите в комментариях. На сегодня и на данный выпуск это все, что я хотел показать, но впереди будут еще много интересных и познавательных видеоблогов. Что подписываемся и ставим лайки, этим я буду стимулирован, а на этом все, и я с вами прощаюсь и до скорых встреч. Всем удачи и хорошего настроения. You up and boom, 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 boom,